Старым выстрелом, дорогие друзья, с вами кино 3 в 1, мы Геннис там с вами встретились. Ну что ж, во-первых, это возможно первый видос, который выйдет после этого же дикого месяца и дикой скукоты. Ну конечно не скукота, а во-первых, тур все-таки закончился, и он еще когда там. Во-первых, я этот видос записываю в самом начале месяца, сегодня 22 число. Будет этот видос аж в августе 22-го, то есть получается, что обязательно через месяц ровненько, то есть в августе 22-го все как надо выходит этот видос, просто супер. Сегодня мы в Родеесе снова находимся, и во-первых, мы сейчас в надежде на то, что, во-первых, это игра онлайн, во-вторых, я в надежде на то, что я, опять же, не застряну. Так, модификация, окей, цвет. Какие-то. Так. Небо. Что такое покрасить, я не знаю. Так, что мы красим-то, собственно говоря? Что мы красим. Храм. Я понял. Что я бы вот этот вот цвет бы добавил. Я бы, конечно, не преувеличивал бы. За пятерочку сойдет отлично. А еще бы я покрасил. Так, сейчас это у нас колеса раз. Не. А передний, задний. Отлично, передний, задний, мы их красим, как обычно. Такой какой-нибудь желтенький цвет. Чтоб прям по кайфу было, так как я обожаю желтые цвета всякие. Собственно говоря, а какой же материал тут? Хрём. Возьмем то же самое. Итак. Там за 5000 мы все покрасили, отлично. Тачка выглядит вполне классно. Винила там, черт возьми, мне ничего не надо, все. Так, вот самый главный вопрос. Шоурум, я понял. Это то есть мы сюда, да, получается? Выхожу сюда и... РДС, квалификация. Практика офлайн, что-то подобное. Я, наверное, просто на практику, и сегодня, наверное, знаете, на самом деле, что я хотел бы сказать по поводу Красного кольца. На самом деле, там как бы... Такое себе, если честно. Очень узко. Стоп. Красное кольцо. Где я последний раз дрифтил? Стоп, точно. Город дрифт онлайн. Хорошо. Так,
поставим 5 минут, 7 минут. Давайте на 5 минут поставим, подрифтим. Призраки. Нет. Нет. Коллизия. Стар-сессия. Поэтому я сейчас боюсь, что... Все как обычно будет. О, нормально. Так, едем только на управление, к сожалению, куда-то. Смело сдаваться мы, наверное, контроль поменяем. Так. Вперед, назад, типа. Чего? Акселератор. Эп. Вверх. То есть получается это вот. А, левое право. Браем телефоны. Мышка, кстати говоря, чётенько все работает. Смотрится. Просто так вот. Муж. Прекрасно работает. Сейчас в PS плюс 20 и падает она уже до 14, когда начинаю гонять. Давай, Соня. Она прям дрифтит пипец как. Давайте уже насладимся этим моментом и RDS громок, который набираем очки PTS уже хотя бы на скорости. Надо попрактиковаться. Есть люди, которые просто дрифтят на всю катушку. Серьезно. Так, у нас 95 тысяч шкуров. Давайте поставим себе Аркадия Телеграсса. Заходит он такой вот здесь просто. И бочком. Не знаю, нихрена так сильно мужика крутил. Я бы представил себе, если была бы такая гонка. Я почему-то не могу пройти нормально. Вот, вот здесь что-то хорошо получилось. Давай. Вот здесь он вылетает, скорость сильно большая. Куда деваться? Я откуда знаю. То есть, если честно, как-то немножечко неудобненько. Вот. Вот тут вот сейчас хорошо получилось. Давай. А, вытянул, отлично. Так, здесь вот я, пожалуй, наверное, ручничка дерну, а потом поеду. Потом поторможу. Вот так, протормаживаю, пошел. За линию зашел. А, молодец. Скорость. Тихо. Так, я не знаю, сколько нам надо оригинальное количество очков, чтобы подушку обезжать, ну такое себе. А, то есть мы сейчас набираем очки дрифта. Сильно разогнался. Давайте мы сейчас посмотрим градус угла оригинально, насколько я захожу. Иду я примерно под 26-27.
Ну, понял. Здесь уже 80 градусов, но это уже слишком. Ладно, поехали дальше. Опять же, едем. На самом деле, РДС я не удалял. Ну, как была, так и оставалась тут. Просто я решил не удалять, а вдруг, мало ли что, что-то вот запустится, замутит такое вот интересненькое, и что-то там просто влетает. Не, ну что я скажу, здесь вполне здесь трасса Красного Кольца в расширенном состоянии находится. А так, если играть там, я даже не знаю. Сейчас прям очень хорошо получилось. Дрифтанул как следует. Здесь бы я вот так вот сделал. А потом бы вот тут заходил. Но, к сожалению, зацепа нет, прям вот лютого цепа. Машина как на льду себя чувствует. И вообще, что по поводу Красного Кольца? То есть, у нас получается то, что там в игре узко очень, а здесь прям как расширенное время жизни сделано. Мы получили 20 тысяч. Стоп. Так. Не получаем мы в итоге. Нифига мы не получаем. То мы просто чиним типа тачку. Вот этот раз. Давайте мы сейчас тогда перейдем к тому моменту, чтобы сделать тачку. Так, мы, наверное, сейчас просто возьмем какой-нибудь оригинальный автомобиль. Или же давайте заменим вот это вот, типа. Да. Самый конец идем. Так, QR737, это у нас что? Давай. Так, я понял. Какая-то хрень. Нам нужен оригинальный автомобиль. Ну, Mercedes 124, это такое себе. Мне больше сейчас нравится старое Subaru. Нет, это у нас совсем другие автомобили. ZX7. Я понял. Марк 2. Ясно. Вот. 100 кар. Все как нам надо. Так. 100 кар. 240. Что мне, собственно, больше всего нравится. МПРС. Я понял. Так, пешка, ну, такая себе. 120. Вот это тоже не очень. Вот 350Z. Такая себе Mazda. Ну что ты, ёпка. Нет, пары, кстати, у нее прикольные впереди. Еще Charger, кстати говоря, Charger. Alfa Stella. Вот, кстати, Silvia очень классно подходит для дрифта. И вот эту тачку я прям обожаю, пипец. Да, не BMW Trucher, но такой себе. Но вот эта вот херня просто реально люто дрифтит. Давайте я как по-старому возьму, ну. Она нашу тридцатку стоит. 30. Охренеть. Супер. Хорошо, поедем как обычно на этом. Ой, блин, капец.
Давайте еще. Или же квалификация, то есть таймреал. Ладно, я понял. Shadow match. Давайте в японском возьмем. Без разницы. Самое главное, чтобы мы получали большие очки. Если мы их только получим вообще в целом. Так, отлично, хорошо, что игра прогружается сразу и едем. Потихонечку. Ладно, втопили. Сразу спел. Только хотел сказать, хорошо пошел, но нет. Нет, Санек, так и всегда. Ясно. Через жопу. Хотелось бы красиво, но нет. Здесь у меня никогда не получается все идеально. Это только нет по спид андерграунду первого. Я настолько идеально, что это просто, да. Аж хочется еще и еще столько же. Ну, все не так-то просто, пацанчики. Интересно, что будет, если я 120 FPS поставлю в этом в OBS на эту игру. На 100% эта строка прыгнет. По-любому. Да где-то у нас там финиш рядом уже. Это уже потихонечку, да. Чувство, что здесь прям это, ну, дорогой широка, но очень почему-то тяжело дрифтить. Нафига мне сейчас писать? Мне ничего не надо, ребята. Нет. Нет. Это что такое? Да ну нафиг просто, что серьезно? Серьезно? Просто, наверное, мы побавимся чуть-чуть такими моментиками. Это просто капец. Теперь брать интерфейс, все такое, типа мухоморы. Прям да уж, пацаны. Да, но как мне вернуться? Давай же, Саня. Видите, вот такие же вещи, потом раз... Да что за хрень-то реально? Видите, все, отлично. Давайте еще раз, только на другой трассе, потому что японская трасса, она такой себе. О, блин, просто жесть. Так, и давайте, к примеру, где мы тогда все время дрифтили, как обычно. Из Мэка Орландо, что я понял.
Портсленд, Япония. Скерсайт, Дрифт Парк. Валерио. Рязани. Рязанский круг, типа. Хорошо, просто пробуем, смотрим, что будет, что-то как. Ну, просто интересненько. Ну, давно тут не канал, капец как. Полгода, по-моему, я здесь не был. Да будет возможно. Вот если мы посчитаем, какого числа последний раз у меня выходил ролик по РДС. Это просто же, что... Серьезно, сами. Тик-тик-тик-тик-тик. Спокойно. Самое главное, я думаю, что лучше накопить именно на... Именно на тюнинг автомобиля, ну этот... Покупка покрышек, вот эта вся херня. А потом уже на все остальное. Блин. Кровенько немного получилось. Что-то у меня не очень-то получается. Потом надо заметить, типа мухомора. Черезанские пацанчики. Мутилова санка, только мне надо будет вот это вот. БМ. Я не знаю, что такое БМ, но... Так, зум, С и В. Может быть, мне сделать вот так вот проще. Но как мне опустить ее? А, Д. Это понятно. Керп, треки, З, Икс. Я тебя сбросить. Ясно, вас понял, принял, обработал. Может быть, вот так вот сделать? Вау. Такая-то весьма прикольная. Эшка. Так, как сбросить там таб? Что, мне кажется, так вот вполне нормальная тема. Как-то так, пацаны. Пара просто... светодиод. Просто интересно, как выглядит вообще жопа этого автомобиля. Тоже, ребята, наслаждайтесь. Это же слышно, пока это у меня на канале просто осматривается. Ну это же реально охренеть, как классно. Серьезно. Это капец. Вот только жалко, отпустить нельзя, типа. Я не могу отпустить, серьезно. Ах, хреновенько. Кадры-то реально слышно. Да стой, ямба, блин. Уже вот так вот сделать, типа. У нас сейчас облако такое черное было, душ каплями вот такими вот. Капец какой-то реально. Да, сейчас дойду на паузу. Что, мне надо, наверное, дальше? Потому что, ну, типа...
Будем пытаться дальше набираться очки. Где-то этот самолет, вот это вот трасса, он тоже, кстати говоря, неплохая была. Я не умею дрифтить. Я точно не умею, но RDS как-то у меня это не очень хорошо получается почему-то. Может быть из-за управления. И как-то так. На самом деле, в МТС CD Planet управление прям такое нормально. Есть чем себя порадовать. Давай, тяни. Красава, просто протянул. Как надо, блин. Вот чуть-чуть не хватило, зараза. Давай. Это занос, занос очень сильный. Как же я этого не люблю, серьезно. Я не понимаю, как они здесь едут. Такое чувство, что я еду совсем не по правилам. То есть, не по той трассе, не там, не здесь, а вот. Тут-то видно, что они проезжали. Вот чтобы где-то там непонятно, то это очень странно. Вот это вот размытие немного тоже бы стоило убрать, оно нам не нужно вообще никак. Хотя сейчас вижу, что FPS то стоит на месте, никуда не девается, но... Да блин, что ж такое-то у нас это... Но все же видос немного подвисает. Если пропадна до 30... Но реально, если честно, очень классно. Как-то так на сегодня. Сейчас посмотрим, что у нас. Может быть. Я сниму еще одну серию. Чтобы было побольше. И не скучно. Нормально все. Да, то реально, если честно, мне самому дома заняться нечем, просто. Хожу в такой дикой жаре сегодня. 29 градусов. Облачно причем. И 29 градусов. С дождем. 29. Это просто дичь какая-то реально. Что за хрен? 29 с дождем. Хорошо, хоть на 37. Точно. На десяточку скинул. Красава. На восьмерку скинула. Особенно да, я работал на промзоне, и да, прям пипец какой-то реально. Да, едешь как на испытание какое-то. Как будто в армии дополнительное поле для обстрелов. Это когда что там дрифтишь, что с Ниссан. 5 секунд осталось, давай. Добьем вот эту красотку. Отлично. 13.86. Вполне нормально. ПТС 109 км в час максималка. Получаем 25 25 385. Ну как-то так на сегодня, ребятки. А я, наверное, пожалуй, сейчас исправлю FPS и попробую еще раз зайти и посмотреть, попробовать еще чуть-чуть погонять и посмотрим, что к чему у нас сейчас получится. Ну, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока, друзья. Наконец-то мы все вместе.